Ужасная привычка Кейт Миддлтон, которая очень сильно раздражает Елизавету. Члены британской королевской семьи знают о неприязни Ее Величества к этому предмету гардероба, но продолжают носить его. И Кэтрин не единственная, кто не боится королевского гнева. После свадьбы с принцем Вильямом Кейт Миддлтон легко освоилась в роли примерного члена королевской семьи. Герцогиня Кембриджская внимательно относится к требованию протокола, что даже дало почву для слуха, будто они с герцогиней Сассекской поссорились из-за протокольного предписания носить колготки на всех официальных мероприятиях. Тем не менее, даже такой адепт традиции, как Кейт Миддлтон, иногда надевает вещи, которые раздражают бабушку ее супруга. Известно, что Ее Величество неодобрительно относится к обуви на танкетке. А вот Кэтрин настоящая поклонница этой модели и особенно часто отдает ей предпочтение в летнее время. Впрочем, делать это Кейт предпочитает, когда Елизавета нет рядом. «Королева не является поклонницей обуви на танкетке», заявил источник Vanity Fair. «Она действительно не любит их, и это хорошо известно членам семьи женского пола». Поклонники БКС это неприязнь удивляет, на что некоторые из них начали выдвигать теории ее возникновения. Королева не любит танкетку, потому что она напоминает ей о лишениях во время войны. Практически единственной вещью, которая не была нормированной, была пробка, поэтому люди использовали ее для изготовления обуви лично, которая должна была иметь клиновидную форму, потому что пробка была слишком мягкой, чтобы сделать отдельную подошву и каблук, предположил один из пользователей. Сама Елизавета никогда не носит обувь на танкетке и вообще крайне щепетильна по отношению к своему внешнему виду. Но помимо герцогини Кембриджской, некоторые члены БКС также осмелились выбрать негодную для Ее Величества модель. В их числе оказалась невестка Кейт герцогиня Сассекская. Меган запечатлели в эспадрильях на танкетках марки Кастенер во визите на Фиджи осенью 2018 года. Тогда распространились слухи, что герцог и герцогиня сократили время публичного выхода именно из-за обуви Меган. Но очевидно, делать все это было в соображениях безопасности, принятых принцем Гарри в расчет. В ходе того же тура герцогиня появилась в той же обуви на пляже Сиднея, сочетая ее уже не с платьем с экзотическими мотивами, а с сарафаном в полоску. В следующем году Меган также отдала предпочтение босоножкам на плетеной танкетке, когда они с мужем совершили визит в Кейптаун. Впрочем, вне жарких стран герцогиня Сассекская в обуви подобной конфигурации замечена не была. Как ни странно, в числе отступниц также оказались любимая невестка королевы Софи Уэльская. Несмотря на имидж безупречной графини и право совершать модные покупки для Ее Величества, супруга принца Эндрю все-таки замечена в босоножках на плетеной танкетке и не единожды. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео, а также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами!